Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале «Пиратская жизнь». Так, хватит дергать. Мой салат. Да никто не трогает твой салат, отстань! Мой салат. Все, Вова, закусывай. Ребят, смотрите, какая красота получилась. Макароны по-флотски с лучком, с тушеночкой. Ой, как они пахнут вообще просто. Лучше, чем магазинная. Смотрите, какая красота. Вот сейчас сделали. Вообще, давай сделаем заставку. Смотри. И хорошее настроение. Так, взяла вот эти вот макарошки-пружинки. Спиральки. Спиральки, да. Слушай, у меня спиральки заканчиваются. И, кстати, акция на Барилу в Паре закончилась. Вот это. Нужно смарт съесть. Надо. Там будет. Там иногда тоже. Но ты знаешь, туда ехать чисто из одних макарон? Мне кажется, нету смысла. Я сейчас, кстати, еще прямо так обжарила. А я даже не знаю, что туда теперь ехать. Да. Раньше мы там кофе брали. Мы там... Какой кофе? Мы там кофе не брали. А, Паулик мы там брали? А, это-то? Не, мы там раньше тушенку брали. Тушенку и это, и кофе. Угу. У нас там банки. Не, ну там бывает эти, знаешь, какого? Там бывает там и горошек, и это. Слушай, включи кондей. Пожалуйста. А с тех пор, как мы купили... Вернее, нам прислали эту кофемашину. Угу. Нафиг не надо ничего. А что же ничего не надо? Красота. Быть блогером хорошо. Тебе все присылают. На халяву. Красота. А ты окошко закрыл, чтобы включать туда? Угу. Ой, да. Не закрыто. Ну там выключай. Но, к сожалению, не все присылают. Поэтому кое-что приходится покупать. Не, мы сейчас кофе пьем из кофемашины. Не знаю, я народ не могу. Реально, кстати, намного лучше. Тут даже не то, что халява, не халява. Тут смысл в том, что реально вот ты сделал сам себе кофе, ты сделал так, как тебе нравится. Вот. А по улице идешь, зашел, ты там такой изотрия. Сама сделала. Сделала кофемашина. Ну да. А ты купила только кофе нормальный, молотый. Помнишь, тогда взяли кофе? Вообще такие помои были. Фу. И заплачь там рублей 200-250. Нафиг. Нормально. Слушай, неплохо. Да и машинка не дешевая. Слушай, неплохо вообще. Считайте, банка тушенки. С луком. Причем небольшая, да. Просто обжарила с луком. И все. Мы еще изменили. Слушай, что-то. Она еще так это, видите, на волокна порвалась. Я это разбила. И вкусно. Mm-hmm. Вовка этим порезал. Как вам? Полукольцами. Да, полукольцами вообще. И почти не видно. И вот эта вот вся влага, которая была в тушенке, она, по сути, вся выпарилась. Вот, по сути, это был даже не жир, это был сок из тушенки. Mm-hmm. Ну, ты видишь, как это производитель это сделал, а? Они, по сути, смотрел тоже одну блогершу. Она рассказывала, как делают желе в тушенке. По-моему, кто-то добавляет желе, желатин, кто добавляет агар-агар. Агар-агар синий. Да. Для того, чтобы вот эта вот жидкость, она это была... надо добавлять прямо в мочеть. Стала. Капельку. Ну, там девушка, там что-то, я не помню, полтора грамма, что ли, добавляла. Помнишь, я тебя включала вчера, смотрела-то? Нет. Не, прикольно, мне нравится. Во-первых, агар-агар где отыщешь, это раз. Ни в одном магазине он не продается, он считается профессиональным загустителем. То есть его именно у каких-то фирм надо покупать, которые этим занимаются. Ой, господи, Вова, уже в 21 веке, сейчас везде все продается. Вот. И продается, все покупается. А обычный желатин, он в любом продуктовом. Ну, в принципе, да. Не, ну короче, кто любит это, желешкой. Ну, жилишко. А по сути, знаешь, это как вот тоже делаем холодец на Новый год. То есть вот это вот. Получается как холодец. То есть добавляешь желатин вот в эту. Получается как холодец. Банка. Я хочу спросить, а нафига тушенку добавлять желатин или агар-агар? Ну, для того, чтобы было как желешко. А потом ты как это кушать будешь? Ну, в любом случае, да.
ты будешь греть, а у тебя же жильнишка так и останется. А если ты не будешь греть, если ты будешь так есть? Если так, получится, да. Получается, как холодец. Ну. Ну. Просто банки уже порционные. А тушенку делать для того, чтобы в суп там еще. Ну, куда-то. Знаете, вот холодец и тушенка — это совершенно разные вещи. Как ни крути, все равно. Холодец мы тогда делали. Знаете, ты берешь хорошую рулечку, да? Вывариваешь ее с лучком, со специями, да? Все равно здесь, конечно, бульончик не тот получается. Там этого много. Коллагена. Угу. Он и так встанет без всякого желатина. Угу. Макароны мы любим. Кстати, я глядел какого-то мужика. Он говорит, я, говорит, в банку добавляю немножко свиной кожи. А, так что как извращается? Ты знаешь, что у каждого свои рецепты. Чтобы она, как ты говоришь. Я тебе попробую. Я не хочу пачкать их кетчупом. Я хочу попробовать. Вкус не вкус. Я не распробовала. Ну все, иди отсюда. Я не распробовала. Иди у себя пробуй. Ты вообще взял, спрятал этот кетчуп. Куда я его спрятал? Прикиньте, я вообще спрятал кетчуп. А? Жмотяра. Вот так вот, прикиньте, он мне жмет. Жмотяра. Жмут, жмут. Топишку, да? Всю тушенку. А мне нравится прям так. Без кетчупа. Вкусно. А зря. Чуть-чуть прям. Я еще чуть-чуть масла добавлю сливочного. Чисто для вкуса. Другой вкус дает совершенно. Вкус более мягкий делается. Ага. Я сейчас обжарила лук. Тушенка. Жидкость очень быстро выпарилась. Сегодня там было масло сливочное. Там не масло. В спаре. 340 грамм, 329 рублей. Это дорогое. Я набрала масло. Хотя наш. Тысяча озер или что-то такое. 179 в спаре. 82% хорошее масло. Там им тоже 82,5. Там, по-моему, вкуснотеево. Да. 340 грамм. Там пачка большая просто. Вкуснотеево. Там пачка как две вот этих тысячи озер. Ну понятно, увеличено. Я масло в морозилке храню. Он там отлично лежит, не прогоркает. Ну что. А то если его выложить в холодильник, оно, да, будет более мягкое, но быстро испортится. Даже это не советую. Что? Шеф-повар Гимара. Угу. Говорит, лучше его держать в морозилке. Угу. Когда нужно, достал, сколько нужно, это отрезал, но быстро. Ну, я бы не сказала, что отрезал, я бы сказала, что отковырял. Ну, пофигу. Вот. Она быстро тает. Угу. Более, наверное, хорошо разогреться сковородкой. Слушай, вообще классный ужин получился вообще. Мяса достаточно, да? Да. Все одна баночка. Одна банка, реально. Ну, причем, знаешь, это банки 0,7. 0,5, мне кажется, равно маловато будет. На двоих. Не, нормально будет. Там мясо меньше. Оно же убило, как утушивается. Надо купить банки. Нормально. А нам занесли, да, по-колхозному, оп-оп-оп, и все. Но, как я всегда говорил, нестандартные банки делают нестандартные решения. В итоге у нас все получилось. Знаете, у кого-то вот идеальные условия, у него не всегда может получиться, а у кого-то не идеальные условия, у него получается. Вот это разные вещи. Салат. Девочки, попробуйте с кинзу сделать. А кто уважает и любит кинзу, попробуйте вместе с зеленушкой добавить кинзу. Он придает такую свежесть. Легкую. Только много не надо ее. Другой вкус. Прям чуть-чуть, прям буквально маленький, чуть-чуть. Да-да-да. Прям.
чисто для обнецвежести. Ой. Ну, смотрите, видите, прям разваливаются на кусочки. На звенья. На, я тебе возвращаю. Ты же будешь меня потом припоминать всю ночь. А ты у меня макарошку. Да-да-да. Матера. Родной жене жмет, а? Во. Я жену, ничего не жалею. Последнее да, да, мясо из да. тушенки отдаю. Да-да-да. Он, видите, как? Я на него плюнула. Что сказали, не жалею. Облиздала. Да. Да-да-да. Ой, все равно съешь. Это ж мясо. У меня есть свидетели, что ты не делал этого. Я говорю, утром ржака вообще была. Реально. Вот проснулся от того, что от скрежетания металла. Это чудо. Вскочила рано утром. В трусах побежала открывать банку. Кастрюлю. Автоклав. Автоклав, да. Чтобы это... Достать баночки. Говорит, она уже остыла. Говорю, да, блин, да поспать. Сейчас проснусь, мы доделаем. Что запах исчез? Я заволновался. Что кто-то другой уже до тебя съел. А я не могу. Не волнуйся, Вова. Вон, у нас уже это весь холодильник заставлен банками. Походу, твое решение купить новый холодильник, это надо реально сделать. Не, вот эти макароны очень классные. Пружинки. Вкусно. Тоже пойдем, у нас там еще пивко есть от нашего зрителя. Еще пойдем посмотрим сериальчик. Купился чипсы. Да блин, пипец вообще, девочки, прикиньте, похудела на 1,5 килограмма. Нажирала и в Таиланде, и похудела, а был бы. Как такое? Нет, да? Да все. Я не для того их нажирала. Ели мясо, морепродукты и прочее. Ну. А в тушенке там такой нету. Всегда сам пьет. Там вообще никакой нет. Ну да. Там и банок нет, прыжки нет, ничего нет. Я говорю, конечно, если бы мы там жили, мы бы уже, конечно, обжили. Вот, но. Жить там. Вот там сделать такой автоклав и... Что ему повать и продавать на блин рынке. Ага. Он рядом с этой женщиной стоит, которая это русскую кухню продает. Тушенка! Каша! Гречневая с мясом! Консервы! Консервы! Российские! Все! Все натурпродукт! Да. Ваше здоровье вот и прям, долголетие. Вот реально, знаете, вот люди едут в другую страну, но едят там. Нашу же еду. Вот неужели не хочется попробовать как-то что-то какую-то экзотику там туда-сюда? Понимаешь, вся, блин, экзотика быстро приедается. Некоторые экзотики так, блин, выглядят, что ее страшно есть. Ну да. Не знаю, мне было прикольно тогда голубей. Поесть. Это были перепелки. Так для всех это голуби. Может и голуби. Ну вот я сиди и молчи. И тут палит контуру. А может, перепелки, фиг его знает. Может, все утро бегали и ловили их. Или выращивать специально. Да не, было бы. Мне кажется, больше. Может быть, действительно перепелки. Да, фиг его знает. Птица, она и в Африке курица. Большая, мелкая. Птица, она и в Африке птица. Курица не птица, а Таиланд не за границей. А по дичь будешь? А Федя? А?
Дичь? Дичь буду. Под дичь? Под дичь буду. Буду. Курица, не птица, Таиланд, не за граница. Давайте. Выйдет водочки. Все что хорошее. Чин-чин. Слушайте, вообще салат. Тема. Обожаю зеленуху. Вот. Очень полюбила кинзу. Прям это, прям тема-тема. Свежую. Угу. Как я тогда сделал салатик, да? Шелчок. Угу. И весь таз умели. Вообще. В охоточку-то. По-моему, даже мясо меньше ели, чем салат. А салат это реально весь ушел тогда. А он же такой-то сок дал тоже. Да. Это кинза, и помидор они сок дали, и остальные тоже. Ну, с нашими овощами вкуснее, конечно. Да, в принципе, и с теми тоже ничего. Считай, это таз какой был такой большой, блин. Весь умяли. Я это думал, что там останется еще, нифига. Да, весь умяли. Все вкусно. Мы просто не умеем невкусно готовить. Поэтому все вкусно. Поэтому такие пухленькие. Это мы не пухленькие. Мы, как это говорил Карлсон, в самом расцвете сил. Мужчина хоть куда. Да, да, в самом расцвете сил. В полном расцвете сил. Черки. Черика. Ты знаешь, кто это такие? Не, а? Кто? А кто? Ну, брат, это жулики. Ты их боишься? А где нет? Ух, такой прикольный. Знаете, мультики. Знаешь, какое самое лучшее средство от жуликов? Какое? Это привидение. С моторчиком. Согласна. Что, доел-то? Да допивай, не стесняйся, давай. Сейчас уже нечего стесняться. Не надо стесняться. В общем, ребячки, всем веселого и позитивного настроения. Больше улыбок, больше прекрасных эмоций. Чаще улыбайтесь, чаще гуляйте, кушайте вкусно, общайтесь с близкими. Главное, полезно. Да. И вкусно. Да. А мы с вами обязательно увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. Увидимся. Пока-пока.